Друзья, всем привет, друзья, как вы поживаете? Вот, решил записать такой вложик небольшой, немножко поболтать с вами. Короче, ходили сегодня с Лизочкой в кино на фильм «Аладдин». Ну, вообще так понравился. Такой интересный фильм. Но, правда, он идет долго, больше 2 часов, и уже как бы Лизочка там стала уставать. Ну, я ей говорю это, ну, типа, если устала, пойдем домой, не будем досматривать. Она говорит, нет, я буду смотреть до конца. Вот, и, короче, ну, досмотрели мы до конца этот фильм. Ну, такой классный фильм, интересный такой. Ну, он как немножко наподобие там еще, знаете, что мюзикла, в том плане, что там очень много песен, танцев, вот такое. Ну, а так, нормально интересный такой фильм с юмором. Вот. Некоторые моменты были такие, довольно-таки смешные. Классно, мне понравилось. Вот, в 3D снят. Так что это нормально. А завтра Лизок идет это со своей мамой на фильм про Пикачу. Там фильм про Пикачу, короче, Покемон и Пикачу. Вот завтра она пойдет на этот фильм. Вот, а я, видите, валяюсь на диване. Отдыхаю, друзья. Вот. Погодка у нас как-то немножко похолодала. И на футболке прохладно на улице гулять. И это, и дождь шел. Но мы с Лизочкой не попали под дождь. Как раз в кино были в этот момент. А выходим из кинотеатра, и это, ну, все мокрое, везде лужи. Видно, когда в кинотеатре были, там ливень шел такой хороший, конкретный. Вот. Так что это. Может, скоро с отцом опять в Лукашовку поедем на шашлыки, ну, в деревню, в село. Если что, опять вам там сниму вложик. Несколько вложиков про батю и про себя. Вот. Чего еще вам такого рассказать? Сестра моя сегодня уехала в Москву со своей дочкой. Вот. Ну, вы ее тоже знаете, она иногда появляется в моих видео, конечно, очень редко, но иногда мелькает на заднем плане. Вот. Сейчас до середины июня буду отдыхать, короче, вот, потом пойду в Москву на месяц. Надо деньжат подбить. А потом уеду на море, друзья, со своей девушкой. Поедем на море, будем с ней отдыхать, наслаждаться отдыхом. Вот. Хочется уже на море. Давно не был. Был в прошлом году, в июле. Ну, вы видели, я вам там снимал видосы с моря, да? В этом году тоже буду снимать вам с моря видео. Вот. Что еще вам рассказать, друзья? Сейчас перед этим грузил ролик на YouTube. Что-то так быстро. Ой, быстро. Это наоборот так долго грузился. Обычно у меня вообще грузится быстро. У меня тут такой высокоскоростной интернет. Ну, на максимальной скорости, и ролики буквально грузятся, но вот только включил на загрузку, буквально в течение 1-2 минут все, ролик загружен. А в этот раз, блин, где-то минут 30 грузился ролик. Я не знаю, или это что-то с Ютубом, или что-то с интернетом у меня, не знаю. Но в итоге загрузился, но очень долго, очень медленно. Вот. Интересно, куда все-таки делся, вот я периодически смотрел вот этого блогера, ну, Толяна, вы, наверное, знаете все, да, Линкин Симпсон влог. Куда-то он пропал, уже больше года не снимает видео, но тем не менее, я смотрю, подписчики у него все равно прибавляются, у него уже подходит к рубежу, скоро у него 100 тысяч подписчиков будет. Вообще, да, парадокс, человек больше года не снимает видео, а подписчики все равно в плюсе. Все больше и больше видео. Может, он вообще уже не будет снимать. Фиг его знает. Ну так,
Конечно, иногда мне это нравилось его смотреть. Но не каждый день я его смотрел. Так, иногда захаживал на его канал, смотрел его видосы, так можно было посмотреть. Вот, а сейчас вообще интересно просто, как у него дела, почему он не снимает, причина какая в этом. И будет ли он снимать вообще. Столько подписчиков, почти 100 тысяч подписчиков, и забросить канал. Для этого должны быть какие-то веские причины, не знаю. Ну, это его, конечно, выбор, да, хочет снимать человек, хочет нет. Что-то немножко голова болит, надо пойти сейчас выпить таблетки. Пойду, друзья, наверное, выпью аспиринчика. Сейчас, друзья, побудьте со мной. Сейчас я приду. Сейчас я приду. Много голова болит. Болит много голова. Мне так голова редко болит. Ну, может, там раз в месяц. Ну, бывает. Всех людей, да, когда-то это болит голова. Нет таких людей, у которых голова бы не болела. Вот. Что вам еще рассказать? У меня еще в планах есть такое это. Такие мысли. Короче, есть у меня видеокассета 90-х годов еще. Вот, и там записана моя свадьба, когда я женился. Я вот думаю, может, оцифровать ее, эту видеокассету, и загрузить на YouTube. Вот. Может, вам интересно будет это посмотреть, когда я еще был молодой. Это был 95-й год, когда я женился. Прикиньте, свадьба 95-го года. Я вот в раздумьях. Думаю, что делать, оцифровывать ее или нет. Вы там напишите в комментариях, если хотите посмотреть меня в молодости и мою свадьбу, то тогда это оцифрую видеокассету и загружу тогда. Вот, посмотрите меня, каким я был в молодости. Там свадьба записана, где-то запись, где-то на 2,5 часа, вот. Так что это... Возможно, и загружу, да. Но я пока в раздумьях, друзья, я точно еще не решил. Думаю, загружать ее, не загружать. Я говорю, вы, если как хотите посмотреть, да, то вы пишите тогда в комментариях, что мне делать, загружать, не загружать. Вот такие вот дела. Даже могу вам показать эту видеокассету, как она выглядит. Вот смотрите. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, друзья. Вот, короче, это видеокассета. Вот, смотрите. Кассета 95-го года. Тут еще вот, видите, написано. 1095 год, 4 марта, наша свадьба. Вот такая вот видеокассета с моей свадьбой. Вот так. Ну, обычная кассета вот 90-х годов. Какие в 90-е годы были. И тут вот видите, с обратной стороны тоже написано. 95-й год, свадьба. Вот, так что, так, тоже вообще раритет, друзья. Раритет. Так что вы пишите комментарии. Если хотите увидеть мою свадьбу, вот, то я тогда оцифрую эту видеокассету и загружу на YouTube. В общем, пишите, друзья.
Я учту ваши пожелания. Ну ладно, друзья, спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Вот, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. И я желаю вам счастья, здоровья и всего-всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты сбываются, и пусть удача всегда вам сопутствует. Вот, добра вам, теплоты, пусть все у вас будет хорошо. Ну ладно, друзья, до скорой встречи, увидимся. Всем пока.